Всем огромный привет! Сегодня я нахожусь в магазине Fix Price, который находится по адресу город Ульяновск, проспект Нариманова, 75. Появилось очень много шикарных новинок в этом магазине и горы посуды из новой коллекции. Поэтому обзор будет очень интересным. Оставайтесь со мной и подписывайтесь на канал. Всем приятного просмотра! Хочу познакомить вас с новой серией посуды от фирмы Kitchen. Смотрите, какая красота! Чашка из этой серии, чашка чайная, квадратной формы. Объемом 180 мл, в составе фаянс, стоит 55 рублей. На выбор есть два рисунка, вот такая есть еще в стиле Прованс. И из этой же серии есть маленькое блюдце диаметром 12 см, в составе керамика, цена 50 рублей. И чайная пара из этой серии вам обойдется в 105 рублей, производитель Китай. Также из этой серии есть кружка с рисунком «Еда». Объем этой кружки 400 мл, в составе фаянс, кружка стоит 99 рублей. Из этой серии есть еще вот такой маленький соусник. Так, диаметр здесь 10 сантиметров, в составе керамика, цена 50. Блюдо для сервировки очень красивое, прямоугольной формы. Длина у него 31 сантиметр, рисунок Прованс, цена 199 рублей. Из этой же серии покажу вам обеденную тарелочку. Эта посуда очень, кстати, тяжелая. Диаметр у нее 20 сантиметров, в составе фарфор, цена 55 рублей. Также покажу вам глубокую тарелочку, но она не очень глубокая, но такая широкая. Диаметр у нее 20,5 сантиметров, в составе фаянс, цена 77 рублей. И из этой же серии есть еще и салатник. Вот салатник мне очень понравился, объем у него 470 миллилитров, в составе фаянс, а цена 55 рублей. Еще одна новинка в кружках. Эта кружка стоит 77 рублей с рисунком олень, объем 350 миллилитров, в составе фаянс. Кружка с надписью «Самый лучший день сегодня» стоит 99 рублей. Это тоже фирма Kitchen, объем 350 мл, в составе фарфор. Емкость для напитков в виде лампочки от фирмы Kitchen. В наличии есть два цвета, прозрачный и с красным отливом. Объем этой емкости 400 мл, в составе стекло, полипропилен и сталь. Производитель Китай, цена 99. Снова появились в продаже бульонницы с ручками. Здесь в наличии сейчас два цвета, серый и бордовый. Она объемом 560 мл, в составе фаянс, производитель Kitchen, Китай, цена 77 рублей. Это тоже бульонница с ручками белого цвета из опалового стекла фирмы Kitchen. Объем этой бульонницы 700 мл, производство Китай. Цена 77 рублей. По 55 рублей появились еще вот такие салатники. Это даже не салатник, а пиала. 420 мл, в составе опаловое стекло. И есть по цвету еще вот такой второй вариант, поярче. Тарелка десертная с детским рисунком от фирмы Kitchen, диаметр 15 см, в составе фаянс, цена 77 рублей. Тарелка десертная с очень красивым и милым рисунком от фирмы Kitchen, диаметр у нее 19 см, в составе опаловое стекло, цена 55. Из этой же серии есть и глубокие тарелочки суповые, у нее диаметр 17 см, состав тот же, цена 77 рублей. Еще покажу вам новую серию из опалого стекла. Посмотрите, какой интересный дизайн. Треугольная форма с загнутыми краями. Салатник объем 340 мл. Цена 50 рублей. Из этой же серии покажу вам десертную тарелочку. Она тоже треугольная форма с загнутыми краями. Диаметр 20 см. Цена 55. Салатник глубокий, большой, тоже треугольная форма с загнутыми краями. Объем здесь 1,4 литра. Производитель Китай, цена 149 рублей. И салатник есть поменьше. Здесь объем 750 мл, цена 77. Блюдо сервировочное, овальной формы, 33,5 см длиной, цена 149. Тарелка глубокая. Здесь уже квадратная форма, 590 мл, цена 99. И покажу вам еще одну новую серию посуды. Посмотрите, какие красивые тарелки. Это тарелка обеденная. Диаметр у нее 26 сантиметров. Цена 99 рублей. Из этой же серии есть еще и десертные тарелочки. Маленькие. Диаметр у них 18 сантиметров. В составе фаянс. Цена 50 рублей. А также к ним еще есть вот такие салатники. Салатник баул белого цвета с каймой темно-синего цвета. 350 мл. В составе фаянс. Цена 50 рублей.
Появилась новая коллекция из натрий кальция силикатного стекла. Посмотрите, какой красивый фужер с золотой каймой, с рисунком на высокой ножке. Объем этого фужера 190 мл. Производитель Нижегородская область, город Бор, Россия. Очень красивый, стоит 77. И из этой же серии в наличии есть стопка-рюмка на высокой ножке, тоже с золотой каймой. Объем у нее 50 мл. Производитель Нижегородская область, город Бор. От Паша Бахче появились низкие стаканы из натрий кальция силикатного стекла, объем 265 мл. По весу очень легкие, цена 50 рублей. И из этой же серии есть высокие стаканы. Здесь уже объем 310 мл, цена 55 рублей. Производитель Нижегородская область, город Бор. Покажу еще одну новинку на полочках Fix Price. Это очень красивые графины из бесцветного стекла. Покажу вам поближе, какой красивый рисунок. Объем у них 500 мл. Производитель Тверская область, город Тверь, Россия. Цена 77. А еще есть вот такие графины с крышкой и с замком. Крышечки у них разного цвета. Плотно закрываются, потому что внутри имеется такая силиконовая вставка. Это фирма Kitchen. Объем этого графина 1 литр. В составе стекло, силикон и хромированное железо. Производитель Китай. Цена 99. Новые обеденные тарелочки от фирмы Luminarc. Посмотрите, какой красивый, изящный рисунок. Очень нежно смотрится. Диаметр тарелки 24 сантиметра. В составе стекло упрочненное. Производитель Франция. Цена 149 рублей. Из этой же серии есть и глубокие тарелочки. Тоже очень красивые. Диаметр 20 сантиметров. Смотрите, у них даже сбоку имеется надпись Luminarc. Очень красивые тарелки. Цена тоже 149 рублей. В наличии Fix Price есть очень красивые LED-светильники на подставке. Здесь 20 LED-ламп. Работают они от 3 батареек, в комплект они не входят. В наличии есть белого и черного цвета. Этот белого цвета, вот такая подставочка внутри. И есть также еще черного цвета, но светят они очень ярко. Цена 199 рублей. Еще покажу вам декоративные светильники, они тоже стоят 199 рублей в виде домика голубого цвета. Здесь 7 LED-ламп, световой поток 28 люмен, производитель Китай. Посмотрите, появились новые декоративные искусственные растения в горшочке. Горшочек этот из цемента, очень красиво смотрится, цена 199 рублей. И есть еще и старой серии тоже растения, они тоже по 199 рублей. В наличии они есть в ассортименте. Fix Price снова завезли ароматические наборы, такие в восточном стиле. Этот пачули. Ароматические палочки 30 штук с подставкой уже в комплекте. Также есть еще и второй вариант. Это жасмин. Цена 99 рублей. Новинка. Фоторамка с клипсой-держателем. Очень удобная вещь. На ней можно размещать фото, открытки или заметки. Подходит для любого интерьера. Стоит эта рамочка 99 рублей, подвешивается на стену с помощью двух металлических подвесов. В наличии они есть разного цвета, есть вот такая с желтизной. И есть третий вариант серого цвета. Появились еще новые фоторамочки для фотографий размером 10 на 15 сантиметров. Рамка серого цвета с белым обрамлением, очень красивая. Ее можно как подвесить, так и поставить. Цена 55 рублей. Декоративные светильники детские по 199 рублей, очень оригинальный цветочек, здесь очень много ламп. Еще один вариант круглой формы, здесь уже нарисована лама и радуга, цена такая же. И есть для мальчишек в виде машинок темно-синего цвета, когда зажигаются огни, она будет очень красиво смотреться. И есть в виде ракеты, цена тоже 199 рублей. Работают эти светильники от батареек, которые в комплект не входят. Посмотрите, какая красота. Появились новые декоративные наклейки для интерьера комнаты. Это 3D наклейки, здесь 6 штук на листе. Все бабочки, цена 77. А это светильник наклейка. Смотрите, какая красота. Камера просто не передает всей красоты. Сами наклеечки еще и блестят. Здесь показано, как она будет выглядеть. По дизайну они есть разные и все они животные. Батарейки 3 штуки идут уже в комплекте. Всего 3 LED-лампы в этом светильнике. На выбор есть у нас олень и собачка. Цена 149 рублей. Смотрите, какая милота. Появились новые кошелечки в виде совы. Они, кстати, с ручкой, эти кошельки. 149 рублей цена.
очень хорошо все прошито, качество мне понравилось. Нитки нигде не торчат. Внутри одно большое отделение закрывается на металлическую молнию. В наличии есть такого серого цвета и есть еще бежевые. Очень красиво смотрится. Снова завезли зеркала настольные с подсветкой по 199 рублей. В этом зеркале 14 лет ламп включается прямо на зеркале, поворачивается на 180 градусов. Диаметр зеркала 13 сантиметров, а высота 28,5. Такие зеркала в наличии есть черного, белого и розового цвета. И есть вот такие зеркала на подставке, сзади которых находится кармашек для разных украшений и аксессуаров. Стоит такое зеркало 149 рублей. В наличии только белые. И завезли в большом количестве вот такие зеркала по 149 рублей. Они двухсторонние, есть двукратное увеличение. Сейчас покажу, как работает его подставка. Она, кстати, поворачивается в разную сторону тоже. То есть можно ее в другую сторону переместить. В наличии они есть белые, черные и синего цвета. А, вон еще фиолетовые вижу. Зеркало с подставкой и с карманом для аксессуаров. Стоит 149 рублей. Зеркало здесь меняет угол наклона. Размер зеркала 13 на 11,5 сантиметров. И вот внизу, смотрите, есть такая подставочка. Высота зеркала с подставкой 22 сантиметра. В наличии есть они разного цвета. Новинка – это зеркало на металлической подставке. Зеркало двухстороннее с двукратным увеличением. Подставка металлическая, есть в наличии серебряного цвета и золотого. Диаметр 14 сантиметров, а высота 26 сантиметров. Цена 199 рублей. Еще одна новиночка – это вот такие маленькие заколочки. Они все в разных цветах, продаются в футляре. 20 штук в упаковке в составе полипропилен и сталь. Цена 77 рублей. Еще одна новиночка – это часы-будильник квадратной формы с якорем темно-коричневого цвета. Работает этот будильник от одной батарейки, которая в комплект не входит. В составе МДФ, пластик, стекло, бумага и полипропилен. Производитель Китай. Красота. Есть еще второй вариант, немного посветлее. Тоже квадратной формы. Цена 199 рублей. На сегодня это все. Если вам понравился мой обзор, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще до сих пор не подписаны. Увидимся с вами очень скоро. Всем пока-пока!